Так, ну стопудово шру, скорее всего шру это. Даже к бабушке не ходи, блядь. Он потертый уже. Не потертый, а вон этот. Кружился, кружился и съебался. Матом не ругайся. Че у тебя? Скрытие, да ничего, что покажет. Ну, блин, мне подло. Вот это, конечно, вот он. Смотри, он, резинка, он ходит, и он видно там ржавчина. Мне кажется, что его надо откручивать, да? Либо вымывать его все туда. Может, он там заклеен. Вот, у меня, видишь, что я, блин, уже проваривал, и че я толку, блядь. Это у меня колодец есть такой? А он у тебя какой, вот такой? Такой же. А он, блядь, не пробьет его, наверное. Я его не сниму. А у тебя такой нету этот? Который как раньше были. Есть, но он этот старый. Мягкий он не возьмет. Потому что я в прошлом году здесь, блин, тоже это, и я и так его не открутил. Может, в сервис поехать лучше тогда? Сервис не знаю сейчас, кто работает, хуй я знаю. А Плотникова там не работают они? Или... Видишь, она как? У меня подозрение вот, вот это, конечно. Она там... Нет, ты разберешь ходит. И что хочешь сделать. Ну что, разобрать ее, смазать назад, забить, а что еще сделать? Нету, потому что ее так-то по-хорошему надо. Новую, но невозможно ехать. Она не вот прям это определенное время. А потом в тонус, наверное, войдет в этот. Хлопс, хлопс, хлопс. Ну там же вот палка и сайлентблоки, да, там ходят. Вот ее провернуть ломом прям. Вот такая фигня вот была бы, чтобы это, смотри. Раз там чинг. У меня... У Костяна вот заебись есть такой у него с этим усиленный, блядь. Специальный набор и такой он идет. Он опять работает на... У меня есть вот эта 300 такая. Вот такая? Ну а что, у меня вот она есть тоже. Она хули. Надо вот эту саму. Да? А у беса нет этой... Слушай, тракторная. Блять, у меня тортовый есть, но он в тракторе все торты, такие большие ключи специальные. Ну, это вот такие баллоники. А у беса есть, наверное, да? Ну, как они коренет. Может, этот, у Икомасики есть. Да вот звоню, он что-то это, спит, наверное, сладко, блин. Рыбак, привези мне блесну. Добрать туда его, да, и убирай какую-то разную. Браконьер, блядь. О, появился. Тортовый ключ. Который... Баллонник, да? На 30 или 32? 32. Ну, алло? Баллонник, МТЗовский. Андрей Михайлович. Здорово. У тебя на 32 баллонник есть? Блин, вчера кое-как доехали мы. Есть? А, ну давай сейчас я приеду это. На велосипеде. Ну чё, я колесо разобрал, здесь надо мне этот... Открутить, а... Может 32, может 30, нахуй. Нет, вот 32, вот она лезет, как 32. Смотри, вот, или 31 она. Нет, 32, видишь? Не этот. Ну, да, баллонник, он такой усиленный у тебя, да, прям тракторный? Да, это. Ага, давай, сейчас я приеду тогда. Нет, ну ты сейчас это смажешь, хули, это тебе ненадолго, нахуй. Ну, мне в город-то уехать. А как я поеду? Тебе менять надо ее нахуй. Угори, не знаю, сегодня еще. А? Хуй ее знает, кто работает. Сегодня. Кто? Даже не знаю, да, кто работает. Ну ладно, что. По сути дела, они так же разберут, ну просто это. Поеду. А? Денег за это. За какую, говорит, сторону крутить?
скинуть. Подожди, а крутиться будет? А? Я на коробку поставил. Пальцы, может, это уберешь там? Где? Коробка не стоит, не поможет. И второй этаж. Тормоза нажать. Ты садись или? Может, здесь? Там это же надо. Какой же? Да нет. Да? Труба гнется. Гнется? Труба? Труба это. А может в другую нет, сторону? Нет, давай, давай, давай. А может в другую сторону? Почему другую? Давай, правильно? Ты на иномарке думаешь, левый резьбать? Давай. Алён на это, смотри. Нет, всё правильно, куда это? Пойду-ка я это, блядь, а что я за раз, ну, я с ним сюда. На. Не надо? Он другой. А вот ты есть? Если пойдет, там рычаг большой. Вот он снимает. Блин! Вовка, вот есть? Нет, это же нет. Так общими усилиями откручиваем. Сейчас шрус, зараза, не хочет. Звезда в интернете уже, блядь. О, ты. Зачем я? Зачем я, блядь? Я здесь. Супер тракторист, блядь. Тракторист, у меня трактор нет. Зачем я, блядь? Трона тебя выбрал, блядь, вот зачем? Давай потихоньку это. Потихоньку, блядь. Ага, давай, давай, давай. Все, сорвали. Пошло. Сорвали. Вытаскивай. Эх, хлаю. Вот. Мотор зем. Брызни это. С водышкой. А есть? Пошло, да? Так, перчатки. Тут, наверное, блядь, никогда не это. О, тут у бати ключи, только не таких, какие нужны. А вот торцовые. Тебе вот, вон уже. Вот такой нам нужен. Так, что, сейчас я вот эти откручу и рог. А. Не надо? Порта. Порта, да. Убрать, что ли? А? Это, бать, не ложен, да. Да, сейчас ботишки. Ты мне сейчас, наверное, брызгут еще. Я, наверное, кто?
зачем тебе отработка? Доски обработать. Да там влаги надо обработать. Там не знаешь, сколько осталось? Конечно. Там не надо тогда, блядь. А сколько? Литров 10 хватит? А Гошан сегодня что, на работе? Да. Так, Хреновский идет? Нет, я чуть-чуть это. А, разрабатываешь? Да, чтобы... А, потом, чтобы пошла, да? И ты, наверное, не показывал, да, набор этих? У тебя, наверное, тормоза суппорта замена не такая, наверное. Я даже не знаю, какие сейчас там части, я их смотрел, не трогал. Есть гайка одна, обгрызанная, да. Почему так? А малыш, наверное. Вот такой, смотри, видишь? Понял, да, ты про это? Который это? Сервиса. Старый, который, да, это все? Как старый? Нет. Старый. Понял ты про что? Не понял, как утапливать это? Ну, утапливать. И обычно вот это, чтобы этот утопить. Набор. Да, блядь, ты обычно отвертку сунул, и все, и утопил. Ну, понятное носить. Дело, но у меня сзади этот, он немножко не такой, подожди, Полёк. Он этот. Так, попробуем подержим. Конечно, хули тут. Нет, это... А что не крутится? Там, может, этим надо? Смотри, что. Ой, блядь, там, Вова, наверное, этот... Доедешь ты, это смажешь? Это... Доедем. Еще этот надо. Блядь, вроде и этот. Смотри, что. Может, солярку залить сейчас? Есть, принесу я сейчас. Там смотри, эту пружину, резинку не порви. Сейчас же, блядь, лето не зима, нахуй. Махом все, блядь, пыль вся и той стороне. Пойду принесу, Саня. Да, принеси, Юрка, пожалуйста.